Профилактическая программа в Беларуси появилась около 20 лет назад. Сегодня специалисты отмечают ее эффективность. Так, в ходе комплексных мероприятий в летний-осенний период на территории Брестской области было уничтожено свыше 45 тонн незаконных посевов. За время проведения операции также было составлено 144 протокола по статье 16.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за незаконные посевы и выращивание таких растений. Всего за период проведения операции было возбуждено 137 уголовных дел за незаконный оборот наркотических средств. Из нелегального оборота было изъято свыше 6 килограмм наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Комплекс мероприятий, направленных на пресечение распространения наркотического сырья растительного происхождения, а также выявление и уничтожение посевов наркосодержащих культур, проводится в Беларуси каждое лето.